Не, мы сейчас обязательно пройдем, сейчас посмотрим все, снаружи как покажем это выглядит, еще. Да, для того, чтобы было бы понимание всего того, где мы находимся. Что еще? Ага, у нас есть еще, что же мы забыли вообще сказать о наших трикотажных линиях. Ну, держи, например, теперь на весну-лето у нас будет маечка с регулированным... Хлопок. Хлопок, да. Регулируемый брезги. Сертифицированный хлопок, да. Не узбекский. Понятно. Да. Вот, всегда имеем серию, которая из микромодала, вот, в разных цветах, например, вот этот цвет на весну, вот этот цвет, который был на осень, это очень, самая наша популярная модель, она на пощупь очень есть приятная, да, приятная, и сколько она стоит? Все, около 5-6 евро, 4,50, до 5 евро, очень хорошая цена, да, по хорошим приятным ценам. Конечно, это все модели тоже имеем, и в белом цвете, и в черном. Что можем сказать российским зрителям в заключении нашего короткого интервью? Российским зрителям посмотреть на это чудесное, чудесный пейзаж, который находится вокруг. И который вдохновляет ваших дизайнеров, да? Конечно, знаете, просто... Напомню, что сегодня 6 ноября. Такое солнце, 15 градусов тепла. На горизонте видно шарик. Воздушный шарик, далеко. Ну так не видно будет. Да. Ну и приглашаем всех на выставку, чтобы с вами увиделись, посмотрели коллекцию и начали работать с компанией, которая уже около 100 лет на рынке. У вас через 2 года, да? Через год, столетие. 2017-го, в июле была первая открыта фабрика 1917 года, и она была открыта вот здесь, вот это вот на другой стороне, первая фабрика в Гомарингене. Она есть сейчас там, ее отсюда сфотографируем. Остов как бы. Остов. Кстати, а мы можем еще сходить в музей, наверное, натурально. Давайте сходим в музей. Может быть. Там не открыто каждый день. Мы можем пройти. Мы можем. Хорошо, пройти, давайте можем посмотрим. Пройти. А можем в другие закрыто посмотреть. Да, ну все, значит, приглашаем. Пусть приходят. Да. Пусть гости приходят. Российская розница и оптовики, да, смотрят на коллекцию и принимают решение работать с теми компаниями, начинать работу с теми компаниями, которые на рынке давно, которые пережили не одну войну, да, не один кризис и всегда чувствуют себя уверенно и с такой же уверенностью смотрят на будущее. Надо связывать свою судьбу сильным партнером, правильно? Совершенно верно. За это только и ратуем. Приходите. Спасибо. Спасибо. Идем дальше в музей. Да.